Всем привет! А вот это метельчатая гортензия фантом. Это что-то невероятное. Она удивляет и удивляет. Тут метелки по 50 сантиметров. И она порозовела. Вообще она не относится к розовеющим сортам. Но в этом году, видимо, такая погода, что она стоит вся вот такая кудрявая и розовая. Красота потрясающая просто. Есть еще вот такие вот белые, которые не успели порозоветь. Есть даже еще только распускающиеся. А есть прям совсем интенсивно окрашенные. Вот такие. Фантастическая гортензия фантом. Самый красивый сорт из всех, самый неприхотливый, гигантского размера. Вот этому кусту третий год. И высота уже 1,60 м. Вот самое высокое соцветие. Очень красивый куст.